дерево залез, но обратно слезть не смог. Хоть стекло я и разбил, но зато коту помог. Кот на дерево залез, так бывает у котов. Хоть я дерево свалил, но скажу вам, что зато, зато я спас кота, я выполнил приказ. И так бы поступил на моем месте каждый котика я спас. Выполнил приказ, ведь выполнить приказ первостепенно важно. Что залез и слезть не можешь, ты сидишь и ждешь, когда кто-нибудь тебе поможет. Так бывает иногда у людей и у котов. Хоть и дров я наломал, но скажу вам, что зато, зато я спас кота, я выполнил приказ. И так бы поступил на моем месте каждый котик, а я спас.